Жутко вообще, что так сложно-то? О, во, во, вот эта фаза следующая пошла. Вообще, такой ор. Ой. Постой, паровоз, не стучите колеса. О, паровозик Томас, прекращай. А битва с чуваком, да? Уху! Ага. Ух, привет. Витёк здесь, и это... Собственно, представление не нуждается. Мы тут уже с вами, какая, восьмую серию снимаем. Значит, уже все понимают, все знают. В курсе, что здесь какой-то лютый профессионал играет на стримере, который, кстати, забыл опять приподняться. Бывает. Но мы сейчас это исправим. Ну и у нас сегодня будет сирена. Я так и не понял, как ее правильно проходить. Сейчас, может быть, кто-то подскажет в чатике. Погнали! Моя морячка. Приходи, моя морячка, я тебе гитару дам. Кстати, вы можете дать не только гитару, но еще дать своим пальцем по лайку под видео. Прям так смачно дать, чтобы он покрасился в синенький, там красненький, черненький, беленький цвет. Ну, в общем, изменил свою расцветку. Будет очень приятно. Да-да. A brawl is surely brewing. Here goes. Эй, бро, говорит. Давай, you're up, красотка. Смотри, какой у нее осьминог классный на голове. Че это она ушла? О, акула. Так, электрическими скатами стреляет. Это изи. Так, черепаха хочет драться. Фига себе, мина. Так, ладно. Так. На. Ну чё? Чё скажешь? Чё скажешь, красота? Это что такое лошадь? Лошадь в спасательном круге. Чё она делает? Боже мой, а почему она мочит? А чё? Лошадь в спасательном круге. Это морской конек, что ли? Лошадь в спасательном круге, боже. Это один из самых угарных боссов. Только не рыба-селедка. Она прикольно так высказывает. Вау! Злое сочетание, на самом деле. Я призываю силы воды. Инками. Ты куда? А ну выходи. Спрят. Красная рыба. Стоп. Красная рыба. Я не ожидал просто красной рыбы, если честно. Первый раз такую вижу. Но нет, опять лошадь. О! Ай. Ну это что-то я как-то косякнул сам. Но насколько я помню, там еще веселее потом дальше будет. Анимации просто топовые. Ты куда? Возвращайся. Нормально ты тут навернула мне. Взрываю. Жутко вообще. Что так сложно-то? О, во-во, вот эта фаза следующая пошла. Вообще, такой ор. Ой. А как там правильно? Я забыл, что надо жать, чтобы включаться быстро. Капец, там на... Тихо, долби кнопки. Камин. А чё, я взорвался? Тихо, череп. А как? Ну, блин. Мина твою налево. Так, включаем. Блин, обожаю вот эту анимацию. Лучшая анимация в игре. Капец, она меня окаменила, и тут же прилетел патрон. Всё, змейки. Боже мой, как она орёт. А, я всё равно тут попал.
Реально разгрызают всех сразу. Двух ударов они только убиваются, да? Зато по ней по урона почти не идет, да? То есть надо как-то уворачиваться. Это ты мину разбиваешь? Нет, я не разбиваю мину. Она сама взрывается. Побил, побил. Это хорошее сочетание было, кстати. А, отлично. Прям прикинь, 5 карт скопил за первый заход. А, подляна сейчас была. Красная рыба. Ну что ж ты будешь делать, да? Да я нажал! Есть пробитие! Ну и чё, кто мне сказал, что нужно через мелкую рыбу это все? Сейчас опять будет этот выброс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это тебе! Нет, не пробил. Пробил! Я говорю, это везение просто. На везении прошел. В какой-то момент тебе повезет, и ты проходишь. Может, бомбы врубишь? Зачем? Если она передо мной. Бомбы, они вниз падают, а она передо мной. Мне нужно в нее стрелять вот так, лицом прям, нос ей. Есть пробитие. Пыл, Магмен. Кайла Марина. Воу, Марина. Бомбами в лицо стрелял. Жестокий ты человек. Так, ну у нас получается остался поезд. А дальше веселуха. Постой. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на газа. Now go! Now go! Так, как тут стрелять надо? Наверное, вот так. Там какой-то брикет несут у нас. А, клево. А я могу сам их сбивать? Могу. Парирочки. Опа, скелет. А! Надо под ним быть, да? Скелет это изи. Что дальше? О, паровозик Томас, прекращай! Посмотрим, что он делает. Нифига себе, он заливает. В общем, тут надо налево уходить, я понял. Смотрим, какой паровозик поедет. О, привидение! О!
Сейчас сам паровоз активируется. Я помню, сейчас будет как лошадь бежать. А здесь, по-моему, лучше вот этим вот бить. О! О, диски! Крутятся диски. Вот, я почти прошел, смотри. Чуть-чуть осталось. Сейчас пройдем вообще. Ну, прикинь, с третьей попытки сейчас. Прикинь, пройду с третьей попытки. Вообще-то бомба будет. Туда прям. Ну это я... Нет. Here it goes. Ай-яй. Пыл. Ух ты! Блин, опять кирпичом по голове, да что ж такое-то? А, можно вот так вот? Наглую, сейвиться. Ну, углу стоишь платформе, тебе попер. Тогда вообще халява. Спасибо, что подвинули. Так, паровозик Томас, выходи. Буду бить вправо. Продолжай бить вправо. Вау. Так, тихо, левый психанул. Агух. Паровозик, чух. Погнали. Скачи. Открывай свое сердце. Открой свою душу. Ауч. И бессмертие в атаку. Сгори. Изи катка. С первой попытки. Почти. Ба-ду-б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 а-ду
Пирки босс. Паровозик пир-пир-пир. Ой, я... А, ну да, я карты особо не использовал. Кстати, использовал бы 6 карт из 6, было бы сейчас не B+, а A-. Понимаете? Призрачный экспресс, договор о продаже души. Кстати, я, по-моему, могу пойти и купить все оставшееся в магазине. Что-то я икаю. Свинотека. Кофе точила. А, вот, двойное сердце. Добавляет 2 единицы здоровья, но снижает силу атаки. О, а где еще денег найти на это все? А как все купить сразу? А где денег взять? Ну я на проходках что-то там потерял. Квесты все выполнять, типа, надо, тогда все сможешь взять. Goodbye. Goodbye. Мне все купить не получится, оказывается. Я-то думал, я смогу все купить. Ну тогда... Ну тогда... Лего сюда. Welcome, казино Entrance. Чернильный ад. Что здесь? Непонятно. Казино. Ставки. Сделанное. Шестигранный дворец. Ого! Ты все-таки справился. Жаль, я ставил на твоего противника. А потому к большому боссу я тебя просто так не пущу. Сперва сыграем. Ой, я помню, да, здесь вообще... Блин, серьезно, жестко. Давай троечку выкидывай, Гарри. Можно, конечно, и троечку выкидывать. Да...
И сразу залили меня, молодцы, ребята. О, нормально, первый виски уходит быстренько. Остальное изи. Так, ну-ка. А, доп хпшка на тройке. Все, я понял. Доп хпшка теперь на тройке. Let's go на тройку. А если я хочу просто всех поиграть, боссов? 1, 2, 3. О, кукурузный монстр. Ё-моё, как правильно ходить-то? Не понял, что у меня сигарета-то укусила. Ага. Все, понял. А, ну бас. ХПшку дай. Е-е-е, Витёк хоть кого-то прошел. Поздравьте меня. А ХПшку что, не дали? Один. Так. Давай еще один. ХПшка. ХПшка! Мой компас земной. А, доминошка! Вот это дичь. Ее, насколько я помню, нужно вот этими пробивать. Самонаводками. Жестко. Что за пингвин вылетел? А! Страшно. Сел попой. Почти прошел. В общем, теперь всегда на тройке, я так понимаю, да, босс? Ладно. Три, три, три. Погнали. А, хпшку сразу дают, все, я понял. Кольца. Бой. Поджигаем. Я не понял, это сигара или кто все-таки? Там сигары летят, да? А это пепельницы. А, сигары, пепельницы, понял. А, огонек. Кусок помидора. Не знал, как пройти правильно. Ну это жесть. Попробуй передвинуться. Две жизни слил тупо на вот этих вот рогатых непонятных чертах. Так, нам нужно единичку кинуть, а потом тройку. Раз, 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 раз. Так, а теперь тройку. Давай троечку, троечку. Посмотрим, кто там нас ждет. Три, три, три. Ее, детка. Три жизни снова у меня! Так, что это такое? А, это полет. Лошади, скачки. На, сразу. Все входящие бесплатно. Подарок, самонаводящийся. Боже, страшно. Ой, а что-то снизу там влетело в меня. Что это было? Ё-моё. Ну, в принципе, довольно легкий босс. Но я просто не знал, что ждать. И там снизу почему-то какие-то призраки еще летят. Я не до конца понял, откуда они берутся. Три, три, три. Так, снова сигара. Сигара, мэн. Let's go. Это плащ? Это плащ, не призрак?
знать. Да-да-да, сказал он мне. Так. Перекатываемся на следующую пепельницу. Отлично. Вау, изи вообще как, смотри, 4 жизни. Так. Так, троечку надо кинуть. Либо однерочку. Как мы вращаемся? 3-1, 3-1. 3, 3, 3. Let's go. Пятая игра. Смотрим, кто там. О, боже мой, кролик. Что за черепа? Ого. Обманул. Что-то изи какой-то он. Просто изи. Окей, next. Так, еще 3 надо выкинуть, да? За семерочку пойдем. 3, 3, 3. У-ху. А там можно начать заново выкинуть, да, стартово? Такую. Это казино-рулетка, да. Круто. Что это за штуки? А, можно перепрыгивать при помощи них, да? Жесть, а я по ней попадаю хоть? А, стоп. Ничего не понимаю. Ничего не понял, но прошел. Странная она какая-то. Рулетка это. Рулетка. Так, что теперь? Нам еще троечку надо кинуть и двоечку после этого, да? 3, 3, 3. Так, так. И теперь двоечку. 2, 2, 2. Хоть посмотрим, что там в конце будет. Да? А, битва с чуваком, да? У-ху! Нормально. У-ху! Он так и будет их пускать? Развиваешься. Я его случайно прошел. Легендарно. Я думал, я его потраю, а я его взял и прошел. Ну что ж, внезапно взял, прошел, что хотел, не хотел, и вообще страшно получилось. Спасибо всем за внимание, лайк ставьте этому видео, в описании ссылочка и плейлист на группу ВКонтакте. Друзьям, делитесь в эти плейлисты и смотрите там еще в описании ссылочку на все игры, в которые я играл. Всем пока.